Водоем выкопан вручную. Вся земля осталась здесь, никуда не вывезли. Вся земля между деревьями. И вот фонтан, вон он тоже на возвышенности. И туда пошла земля. Она требует от него еще вкусняшки. Макарыч. Ну, когда он высматривает, да? Когда как. Ну, Марсик высматривает. А бывает, рыбки всплывают, и он их ловит. Ну, он-то не ловит, он лопушок. Прям прыгает в воду? Да, ну как, не прыгает, а подплывает к берегу, хватает и все. А мирка-то и прыгает тоже. Ну, в общем, они ловят. Они этих кои были такие вот, карпы эти. Японские, красные. Тут же мелко, да? Здесь мелко, а там глубина в 2 метра вот здесь. А, то есть Марс может туда забежать, ничего, да? Да нет, там он. Там 80. Ему будет, нет, нет, ему больше будет. Больше. Там 80. Я даже тебя смотреть будет. Не буду, я вот так вот возьму. Мира, подходи. Мира. Даже смотреть на тебя не буду. Это вышка, мы отсюда прыгаем. Сейчас листья вон попадали столько. Вот это вот, вот эта глубина, а это мелко. Мелко огорожено он заборчиком, чтобы не попасть туда на глубину, потому что, ну, дети, я боюсь, мало ли, соскользнет туда и не за что взяться. А вот рыбы сейчас уже будут подходить. Вон они уже, вон рыбы. Видите, вон? Вот они. Вот-вот-вот сейчас. Это корм сюда. Это корм вот сюда прибило. А сейчас постойте чуть-чуть и увидите как раз. Тут разные, есть и 2, и 3 килограмма большие. А Мирка как одну вытащила здоровую, это килограмма 2, да, я у нее отнял эту рыбу и пожарил. А я шурик снимал, да, добыча. Ну, я ей отдал голову, хвост, пожарил. Вкусные очень, жалко, конечно, они красивые очень, вот кои. Ну, японцы, китайцы, они же вот прудики делают дома, туда запускают рыбу и вылавливают потом с очком и едят. А мы ж только простых, черных. И вон они пошли, уже видите, и красные, и такие. Все, Мирка. Ну что? Успокоил? Ага. Ее задобрил? Она периодически. Да, что-то на нее находит. На, держи. Только Марсик не видит. Марсик все видит. Марсик все видит. Марсик все видит. Марсик не простой. Thank you.